только хочу вам представить наших участников, наш последний спектакль. И я хочу, чтобы вы знали поименно людей, которые принимали участие в сегодняшнем спектакле. Миша, на сцену, пожалуйста, выйди. И Алик, где у нас Алик? Алик, иди сюда. Лена, выйди на сцену. Значит, я хочу начать с самого юного участника нашего спектакля. Видите, мы его так хорошо целовали. Джастина. Вот когда вы потом в будущем увидите вот это имя, сейчас я прочитаю правильно, чтобы не ошибиться, это не так просто, Джастин Парсонс. Когда вы увидите его на афише, знайте, что он начинал на подмостках русского театра. Джастин Теперь я вам хочу представить, во-первых, нашего работника сцены, который, я не знаю, сколько сил, особенно сегодня, у нас вот все, что могло не работать, не работало. Вы знаете, на последний пик, вот просто действительно, вот Юлиус тут свидетель, что у нас вот что могло сломаться, сломалось. Техника, свет, ну все. И он все-таки, видите, мы выжили, у нас все отработало. Алик, Винни. Очень напряженная сегодня была работа, и актеры так нервничали, потому что ничего не работало. Понимаете, просто вот мы все вот были в ужасном состоянии, слова улетали, и поэтому мы сегодня играли вот с суфлером, и он оказался, нам понадобился. Елена, она честно отработала сегодня в спектакле. Миша, где у нас Миша? Я же просила. Вон Миша, да. Вот я его все время теряю. Такой маленький человек. Это наш какой Тодели Бар. Вот так импозантный мужчина вас радовал песнями и стихами. Ну а теперь, значит, я хочу вам представить непосредственно исполнителей. Дети миссис Севич, Таня Шафир, Вероника Бродская, Яков Топоровский. Работники тихой обители. Миссис Вилли, София Нишберг, доктор Эмми, Юрий Христов. Жители тихой обители. Это Ферри Мэй. Скажите, что вы меня любите! Рита Виннифер. Джефф. Марат Неград. Себя. Саша. Наш технический директор, звукорежиссер, который вот вместе с Аликом сегодня просто легли костьми, это и к тому же Ганнибал, скрипач, ну вот все, что вы можете, это вот этот Саша Шакир. Ну и самая Кьюриус у нас, самая странная миссис, которая была сегодня на сцене, миссис Севич, Фаина Романенко. Наш режиссер и миссис Пегги Марина Бронштейн. Спасибо вам большое, что вы пришли. Нам очень приятно, что наш последний спектакль прошел так, в такой теплой и дружественной обстановке.